Здравствуйте, зрители моего канала. Показываем второе видео по мини-инкубатору, но я его сейчас выключил пока. Приобрел я его на eBay. Стоит почти 20 фунтов, но это 1000 с чем-то рублей, 1200, наверное. Инкубатор на 7 куриных яиц. Установил сюда 12. Вот здесь у меня список, у меня разница на один день. Я 4 до 5 штук доложил. Так, что еще рассказать? У этого инкубатора есть свои минусы. Он не переворачивает яйца. Но я нашел такое решение. Сейчас я вам продемонстрирую. Этот поддон. Этот поддон я взял, перевернул. У него вот эти ушки должны быть сверху. А я его повернул, наоборот, вниз сделал. А это ножки, чтобы он туда-сюда не бегал. Если наоборот, как положено поставить. И у меня сейчас поддон вот так ходит туда и обратно. Это получается где-то градусов на 30, наверное. Может, плюс-минус, я не знаю. Вот. И еще я заметил, что влажность внутри увеличилась. О, мне еще воду надо бы долить туда. Влага у меня увеличилась, судя по этой крышке. У меня это, она начала больше потеть. Но я все равно время от времени вот этим опрыскиваю пульверизатором. И гигрометра у меня встроенного нету. И такого тоже нету. Какой будет результат, мы узнаем 28 июля. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока. До свидания.